Регион, який... Донбасс – это не просто депрессивный регион. Там дикое количество ненужных людей. Я абсолютно осознанно об этом говорю. В Донецкой области примерно 4 миллиона жителей. И не менее полутора лишних. Нам не надо понимать Донбасс. Нам надо понимать украинский национальный интерес. А Донбасс нужно использовать как ресурс. В отношении Донбасса я не знаю рецепта, как это сделать быстро. Однако наиглавнейшее, что нужно сделать, есть люди, которых необходимо просто убить.